Сегодня у нас еще один популярный набор инструмента от компании Kingroy. Это набор на 24 предмета, код товара 024 МДА. В видео покажем комплектацию и визуально, как выглядит инструмент. В комплекте идут 18 шестигранных головок. Самый маленький размер 10 мм. Кстати, вот полоска синяя. Многие спрашивают, синяя полоска есть ли на инструменте? Есть. Вот надпись Kingroy Chrome Vanadium. Квадрат 1,2. И самая большая в наборе на 32 мм, 6 граней. Так, далее по комплектации. Кардарный шарнир. Вот. Тоже надпись Kingroy. CRV, Chrome Vanadium Asteel. Два удлинителя идут 125 и 250 мм. Далее Т-образный ворошок, размер 300 мм, с плавающей головкой. Шарнирный вороток 360 мм длиной, тоже Kingroy. Можно использовать с головками. Кстати, очень удобная и полезная вещь в наборе. Там, где не справится трещотка, это вот срывать гайки. Вот таким воротком очень удобно. Трещотка на 24 зуба. Реверс. И быстрый сброс. По трещоткам встречаются наборы 024 МДА, чтобы развеять миф о том, что то подделка. Есть наборы с пластиковой ручкой, черной. Это идет, вот данный набор у нас идет с металлической ручкой. То есть без накладки пластиковой. Так, по комплектации я вам рассказал все. Далее. Данный набор, как видите, с металлическими замками. Также встречаются наборы из старой серии с черными замками, пластиковыми. Здесь у нас замки металлические. Кейс для хранения пластиковый, жесткий. Здесь у нас надпись Kingroy Professional Tools. Сейчас я закрою его. Очень удобно. Защелкивается, нет зазоров между крышками больших, ручка для переноски, ну, все очень комфортно сделано, видно, что инструмент высокого качества, профессиональный. Состоит из двух частей, такие вот пластиковые замки стоят. Поставляю, сверху идет вот такая вот накладка из картона. Старые наборы еще шли полностью, была упаковка из картона, закрывала весь кейс. Сейчас идут такие вот накладки. Вот здесь у нас указано гарантия 1 год на инструмент, топ серия и made in Taiwan. Ну, по Kingroy хочется отметить, инструмент высокого качества. В основном покупают его на СТО и автосервисе, так он выдерживает довольно высокие нагрузки. И по цене очень отличается от таких же наборов с такой же самой комплектацией из профессиональной серии. То есть цена намного ниже. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.